Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я снова, Хейлер, и мы с вами продолжаем нашу грандиозную кампанию за Венецию, за Венецианский союз, нашим дожем Пауло Торелли Мудрым. Светлейший дож Пауло Торелли Мудрый. Ну что ж, и наш сын, в принципе, уже практически, можно сказать, получил ту должность, которую он хотел. Теперь этот парень, кстати, капелланом стал моим. Вот этот. По-моему, да. А, нет, это не он. Но все равно. Управляющий, у меня есть даже получше кандидатуры, чем свой сын. Вот все равно кто-то должен. Ламберт, это титулы земли, баронство. Вот. Ну вот он, мой вассал. Мой сын, в принципе, после моей смерти должен почти 100% забраться, стать дожем в свои там каких-то 30 лет. Хотя я стал 45. Долго работал еще на это. Сколько нужно благочестия, это что? 500, по-моему, не помню. Били это, конечно, хорошее дело. Но нам бы еще вот это получить себе в руки. Было бы вообще прекрасно. И захватывать Италию потихоньку так. Ну и другие провинции потихоньку так. В случае ослабевания, допустим, того же западно-франкского королевства, ну или мало чего там произойдет, можно попробовать захватить. Астурия, кстати, здесь месяц отхватила. И, кстати, некоторые из них даже католические. Ну, в случае их слабости можно было бы Белью. Белью. Там, Тревизор, Аквилию, Истрию, Падую захватить у них вот так. Немного продвигать, как бы, свою силу. Как бы, увеличивать свою силу. Что такое? Лаги такие, типа, да? Прикольно, я такой, смотри, херня какая-то висит. Думаю, что за фигня. Ну ладно. Это хорошо. Да, конечно, когда придет к власти мой сын. Все. Только сказал, и сразу он пришел к власти. Светлейший дож Пауло отдает Богу душу в возрасте. Он умер естественной смертью. Да здравствует светлейший дож Проспер. Да будет так. Ура! Молодец, Проспер. Ты стал дожем, наследовал все мои титулы. Но кто твой наследник? У тебя нет наследника! Ты не родил мне наследника! Так, зачем? Дурацкую царящу себе какой-то выбрал. Так. А, ну теперь будет его брат, если что. Этим, ну, пока рано об этом думать, он слишком молод. Я думаю, я надеюсь, что с ним ничего не произойдет. И видите, сразу ополчение у нас поменьше стало. Нужно новых всех назначать ребят себе. Управляющий, да. Тайный советник, да. Капеллан, да. Ну, в принципе, большая часть моего совета даже меня ненавидит. Это, ну, неплохо. Так, вы должны инвестировать технологии. Ох ты, ах ты! Тут осадные машины. Ну, в них давайте я добавим. Строительство. Фортификация. Практика торговли. Практика торговли — это очень важно. Так. Так, нет. Традиции дворянства. Изучим. О, могу уже две фактории построить. И как угадайте, где я построю следующую свою факторию, конечно, здесь. В той провинции, которую я собираюсь захватить в скором времени. Наконец-то она беременна, надеюсь, родит ему наследника. Хотя, зачем он мне нужен? Брат даже будет неплохо. Так, обучить ребенка.
Брат его ненавидит, короткое правление, Сезерн имеет черты жестокий и жадный. Жестокий и жадный. Жадный, жестокий, обжора. Так, его биография. Жадный, терпеливый, жестокий, обжора. Да, интересная такая. Нестандартная, я бы сказал. Захунье и Усора. Хорватское восстание. Хорватское восстание. Ой, я забыл раздать им поручение. Так. Смотрим, чего он там наделает. Стоп. Вопрос, зачем? Ты что, пытался... И он сразу стал мудрым. Почему-то. Ну, хорошо. Для статуса, я считаю, ему стоит совершить паломничество тоже. Сейчас проведем эту реформу. Наконец-то сын родился. Но все равно совершеннолетний только может стать правителем республики. Так, ребенка. В принципе, этот парень неплохо, конечно, он одержимый. Но, в принципе, он довольно смел. Два племянника. Оо. А, ну это город, они все угостят, я не особо интересует. Так, почти построили мы здесь свою факторию. Таральдо Арселло. Никаких титулов, просто придор. Был бы один сын. Разум сильнее плоти, разум сильнее плоти! Целомудренные все дела. Надо что-нибудь построить в Белье, что ли. Пусть будет так. Так. Построим здесь из Мишевских укреплений. Городская верфь. Это все город Ельзово. Городское укрепление, конечно. Городское укрепление, разумеется.
пусть они будут пасти везде. Моя работа мне ужасно надоела, как и бесконечный разговор с передворами. Мне нужно что-то новое интересное. Кролика были пойманы, выпить, что никому не хочется сломать эту садину. Да, отправляющий писк Никол, вероятно, не думал, что я замечу, если несколько монет пропадут то здесь. Ответь на вопрос, который задает цепляющий даже спецкар. Заплатить деньги. Просто пусть заплатит, лол. Зачем гнить в тюрьме? Не надо так. Пусть живет. Все дела. Мне, по-моему, борода длиннее стал. Так, ну что ж. Пришло время сделать очень важное кое-что. Отправиться в паломничество. Место на западе. Я отправлюсь в Версе. Святые земли. Как его отец? Его мать стала регентом. Этот участок дали всегда пишет бандит. Но вы считаете, невезением грабителей много, они вооружены. Требуют платим. Паши не за проход. Ну, если были, наверное, какие-нибудь там особенные навыки прокачаны, то никому не пошел. Вы провели несколько дней путешествия на воде, корабль мягко скользит по ветру, пока моряки снуются вокруг. Находиться на борту судна совсем не то, что ходить по земле, столько нового и необычного. Штирборд, корма, мель, что все это значит? Это так, приказ научить к новому. О, Иерусалим. Это мы все читали, если хотите посмотреть в прошлой серии. Слышь, что бы увидеть цветы, а вы налетите на большие, а потом просто массу церкви и кости, которые уже... Наконец вы вернулись, полностью все не так ожидалось. Возможно, вам не следовало вообще больше путешествовать, но сейчас это уже не изменит. При крайней мере, вы снова дома и можете забыть об этом. Но черту паломник он получил. Чудесно. Сейчас я буду, да, прилетать только так эти городские укрепления. Так, что дальше? Нет, пока ничего не надо строить. Пусть копятся деньги. Мне пока не везет почему-то в Фоджи. Я не знаю почему. Пойдем, что это слово. Очень хороший советник тайный у меня. Просто гений. Могу просто... Кого захочу убить и когда захочу. Никто не хочет этого, ну ладно. Значит, мы просто его прекратим. А в этого парня мы вложимся чуть позже. Как только я приехал в провинцию, так, это хорошо. Хорошо, конечно же. Разумеется. Эх, фабриковать бы мне сейчас. О, есть цель. Военные способности, улучшить свою образованность. Всего. Давайте накопим их. Стать богатым. И... Пап умер, его сменил папа Иоанн Павел. Ну окей. Хорватия опять расширила свои земли. Ну и потерял здесь. Неплохую капусту мы зарабатываем на всем этом.
да? Дожил нашего. Обжоры. Конечно, я бы очень хотел попасть. Ну, захватить Фоджу. Это было бы прям прекрасно. Зачем нам эти города? Нам нужен целый провинции. Смотрите, Кастилия образовался. Неужто Реконкиста удастся им? Ну, я не думаю так. Так. Обучить ребенка. На этот раз надо выжать. Твою мать. Как ее снова включить? Не знаю. Посмотрим. Опять та же фигня. Так, а войска Астурии здесь ходят, ничего себе. Ну пожалуйста, ну Фоджа, ну стань моей. Я тебя буду любить и уважать. У этого парня уже 3 фактории может быть в распоряжении. Это моя мать. Она умерла от заболевания. Пережила отца на несколько лет. Ой, вассальное древо. Родовое древо. А он ведет свой род вообще непонятно от кого. Вот их дети. Так. Вот они, династия Капит, они отходят сюда. Этот сын где вообще ничего не получил. Ну, он умер слишком рано, не остался бездетным. А вот эти оставили довольно-таки много отпусков. Вот этот даже чел смог наплодить троих детей. Че там? 362 всего членов, 15, живых 12. Все 3 умерших члена династии. А вот, допустим, если посмотреть королевство Восточная Франкия, и тамошнюю династию, допустим, вот, да, Каролингов. 120 членов, 63 живых. Женат. Недееспособный и одержимый. Регентом был назначен его наследник. Кончились деньги. Чудесно. Что не можем вкачать? Ну, Фоджу я очень хочу, конечно, захватить. Это прям мое желание. Очень большое. Накопим денег и потратим их на модернизацию Венеции. Нет, ничего. А, нет, нельзя что-то сделать. Ну, значит, так и сделал. Осталось накопить. Чуть-чуть. Черт. Ну ничего, все равно чуть-чуть. Ha ha ha.
Игра меня троллирует. Спартан, вообще без понятия, кто это такие. Живут у какого-то моего вассала, и зачем утруждать короля этим ненужными сведениями, я вообще абсолютно не понимаю. Короля. Дожа. Так, великий бал. Патриция никакого... Никола Трибуна собирается провести большой бал в своем поместье. Каждая знатная семья республики получит приглашение, кроме вашей. Отношения между семьей Трибуна и вашей были напряженные в последнее время из-за конкуренции. Решение не приглашать семью Торелли на бал нельзя рассматривать иначе, кроме как серьезное оскорбление. Вас мучает вопрос, как справиться с этой ситуацией. Появиться на балу, все равно притворить, что произошла ошибка, или поставить другую щеку, приняв оскорбление в честь семьи Торелли. Ну ладно, бал. Ага. Я приду на бал. Дождь я или не дождь? Кто он такой вообще? Что-то перечит. Скоро сдохнешь. Старикашка проклятый. Мы тебя убьем. Так, карету мне. Визит на бал. Вы появились при дворе семьи Трибуна на своем... со своим окружением и пришли мимо охраны, прежде чем она смогла вам помешать. Музыка и смех слышны повсюду, но все будто умирает, как только входите вы. Остается лишь тихий шепот и взгляд, направленный на вас. Светлейший дождь Проспер! Воскликнул кто-то. Патриций Никола вышел из толпы с улыбкой на лице. Как любезно с вашей стороны присоединиться к нам. Могу ли я видеть ваше приглашение? Нет приглашения. Какой позор! Никола попадает... легкий жест. Те хватают вас и спускают здесь, лежа на спине в грязи вы. Я его убью, я тебя убью, кот. Так. Убить. Ой. А, нет. Заговор тут должен быть, понимаете, все сложнее. Мне надо бесплатно. Мне бесплатно, ребят. Блин, не можем убить. Ну, ладно, значит. Потом убью! Мразь. Восточный Франки теперь этим владеет. Крайно нас не интересует, ибо провинция не морская. Какая-то торговля может быть. Нет, конечно, может быть, но нам особо не выгодно это. Короче, вы поняли меня. Теперь восточные франки владеют этими землями. Новый сокол завершен. Охота с ними стены удалось, но у проведора повара возникли проблемы с поиском новых рецептов блюд из кролика. Я сокольничий. Любитель соколиной охоты, дипломатия плюс один. Ну все, теперь уже точно нужно. Книги не сделают меня счастливым человеком и не поймут мне завоевать уважение окружающих. Жадный уберется. Джузеппе Торелли, племянница. А, это другой, типа сводный брат, что-то такое. Понятно. Возраст. Она ни в чем так, ну, особо не сведуща. Ранг. Так, короче, тут нет хорошего ранга. Рорк. Отдадим замуж на него. Этого дикаря.
Четыкаря. Какой он дикарь? Он в лотаринге, которая, ну, правда, сейчас уже мала. И почти встречает свой конец. Так, не знаете, Вилли убьют за руни. Это хорошо. Величие. Это хорошо, это вообще очень хорошо. И мы все ближе и ближе к своей цели. Еще немного. Две монетки. И что это нам? Все. Просто так я это делал. Так, давайте увеличим военное мастерство и сделаем себе. Так. Союзники 2. Что же мы будем делать с вами теперь? Фигня на повестке дня, я вам могу сказать. Мы будем апать вот здесь, венец учебного рыка. Почему мы с арсенал построим, пожалуй, с вами? Так, нет, это мы ничего не будем, как я хотел. Значит, так, кто-то строит казарму, не знаю. А, наверное, пчела строит, кто владеет поместьем. Городская верфь, учебный лагерь ополчения, городская страж, городской рынок. Вот, нам нужно. Ну, и, в принципе, деньги у нас кончились. На этом все. А, фигня на поездке дня. Опять повторюсь. Симпатичная девушка. Довольно-таки. А, правда, гомосексуалка. Прикольно. Так. Нужно найти хорошего мужа. Тоже гомосексуал, может? И понравится. Мне бесит священник гомосексуал, они очень странные. Нет, какие-то странные ребята. Герцогство Нитро. Да. Ну, чем бы нет. Получили мы дополнительного союзника себе, по-моему. Да, герцогство Нитро. Нитро! Грубая. Дурацкая шутка, согласен. Славония снова здесь образовалась. И Хорватия снова слабая страна. Вот так вот. Простят меня все хорваты, если кто-то вообще смотрит сейчас меня. Фоджа, это очень важный город. Я знаю, что надо делать. Надо апнуть нашу факторию. Можно апнуть. Надо бель ее апнуть, кстати, тоже. Настроить там всяких крутых штучек. Ну и здесь надо бы ее апнуть. Пока мы ждем с вами. Чего? Непонятно. В принципе, уже может быть такое, что... Так, сколько ему лет? 34, а ему... 35. 35, 30, 44. Конечно, конченый гад, чувак. Вместо того, чтобы принять закон, низкие нам эти феодалов. Они только одобрили. Паул Тарель, это кто? Племянник тоже. Блестящий стратег. О, какой классный воин. Это надо их постить, конечно. А вот он стоит под Сатюрен, женщин.
Ну, пусть будет чуть старше. Да, мне сразу понравился. А маршал, ты больше не маршал, у нас новый молодой маршал. Тут надо себе стать маршалом, конечно, успех, безусловно. И снова наши ветви. И как раз он умер, наверное, от какого-нибудь горя. От паранойи. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Хеллер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до скорых встреч, всем пока-пока. На этом закончим и попробуем в следующий раз удвоить величие Венеции.